Пространство, привлекательное для туристов и адаптированное для горожан и представителей бизнес-сообществ. Именно таким должен стать исторический центр Самары. Для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в улицы и здания старого города, сохраняя их самобытность и исторический облик, максимально учесть особенности всех сфер деятельности, наполняющих жизнью центр, было принято решение разработать концепцию реализации исторического поселения. Об этом глава города Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале. Наша общая задача – сохранить целостную историческую среду центра Самары, добавив в эту территорию новые стимулы для развития. Нам важно найти и реализовать прежде всего экономические механизмы для восстановления уникальной архитектуры и сохранения исторической среды, привлечь малый и средний бизнес, девелоперов и частных лиц, создать условия, при которых вкладываться в дома, несущие в себе историко-культурную ценность, станет привлекательно. Для этого нам нужно выстроить диалог со всеми неравнодушными к этой теме жителями. Параллельно администрацией города разрабатывается муниципальная программа с конкретными мероприятиями по реализации концепции. Создается организация-оператор. Жители города приглашают стать соучастниками процесса создания модели развития исторического центра. Для этого стартовал опрос на тему «Новая жизнь старой Самары». Он продлится до 19 ноября. Сейчас мы находимся на том этапе, когда нужно спросить людей, а это логично, спросить жителей города о том, что они сами думают об историческом центре, что для них, чем для них является историческая среда, какие смыслы для них важны, какие функции исторического центра они считают важными. Результаты опроса будут обобщены и учтены при работе над концепцией. Это только первый этап выяснения общественного мнения. Далее жителям будет предложено высказать мнение по отдельным направлениям развития исторического поселения, таким как туризм, предпринимательство и другие. Галина Топилина, Николай Сидоров, События.